В удачнинском филиале Мирнинского регионального техколледжа прошла декада, посвященная выбранной профессии. В завершении всем первокурсникам присвоили звание «студент». Ольга Мукатаева далее. Монтажники, повара, проходчики, слесаря и воспитатели детского сада на протяжении 10 дней демонстрировали свои знания в выбранной профессии. Инструмент профессии – это мы, воспитатели. Мы должны работать с детьми, должны их любить, должны давать им знания, развивать их. Нужно какое-то направление, несмотря какой садик, то есть музыкали, музыки, там, оздоровительное здоровье им поправлять, смотря по направлению садика. По словам Светланы Любавиной, методиста колледжа, главная задача – поднять престиж и значимость выбранной профессии. С проведением таких конкурсов у молодежи развивается собственный творческий потенциал. Участие приняли самые активные студенты. Таких оказалось немало. Вообще у нас должен принимать каждый человек, каждый студент, но, конечно, это по желанию. Им это необходимо, участие. Почему? Потому что они формируют свое портфолио, которое должны представить в свое время на защите дипломной работы. Несмотря на то, что в этом году в колледже появилась такая специальность, как воспитатель детского сада, некоторые девочки выбрали совсем не женскую профессию. Например, Екатерина Кубракова в будущем электрогазосварщик. Я считаю, что она очень престижная, и как бы эта профессия всегда будет востребована. И девочка как бы на предприятии, это очень много значит. В завершении первокурсники получили долгожданные студенческие билеты. Декада в мире профессий проводилась в колледже впервые. Возможно, подобные конкурсы станут традиционными. Ольга Мукатаева, Денис Сиротин, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край».